Этому крылью все четко. Это раз. Поэтому головку лишь по невесту. Ахперяли, ничего не кани, вот на карамели. Лава, ахпер, все, сах, сах, четкий. Сах, печата, сах, амин, джерел. Армен, я сатели паэлэ, танкюля. Сах, танкюля, узэцэ, цэнвэ, армен, джан. Сах, танкюля, бай, сах, танкюля. Без танкюля, ха. Ингат, мона, гали, сах, танкюля, сах, танкюля, это сах, танкюля. Это дела. Терку сахтер. Доброе утро, ребята, всем доброе утро, всем здоровья. Идет процесс. Голубей приехали, собрались, чтобы посмотреть. Сейчас ставится третий голубь. Как Михос, Олег, это Смурат по-братски. Голубей приехали, собрались посмотреть у брата нашего Герама, как летят, как играет. Пригласили, наш брат сам пригласил нас, мы приехали. Вот, сейчас печатываем, дальше будем говорить, будете знать, о чем, что и так далее. Ах, перенес скани, вот я с накалем, или? Перенес скани, вот я с карнам накалем, или? Вот такой белый. Тоже в линке, второй главный нету. Осталось один. Шейка, ты где, Шейка? Это голубь тоже в линке. Красавчик вообще. И хвост нету. Голубь красивый очень. И крылья третьи еще растет. И все, пятый голубь. Вот такой. Красавец вот просто. Вот такой голубь. Да, пускай. Да, огонь. Я видел, да. Вот печат. Угу. Эса. Вот печат. Вот печат, держи, ахпер. Пять штук голубь. Сегодня 12 ноябрь. Город Невинномысск. Гон начинается, да, уже? Поехали! Удачи, Герам, удачи! О! О! Боем давайте! 12 ноября. Давайте, бей! Все! Все! Больше ничего не надо, все! Время засекать! А, так это чек-чек цену, Все, все! Эй, вот начнем! Самое! Сейчас с телефона маш нума ахбер. 8:20? Ровно, 8:20. Ага, ты анай. Эн анай. Бельма, ты 8:21. Эна, уже 21 я говорю. 8:21. 20, ладно. А 20, 8:20. 8:20. 8:20. Гуго! Мартик, мы от Херахос кафтаем, а че ли бель?
Мартик! Чем узум лава им айрас лав на карма? Мартик! Хеле им херахо собира авто им чит. Телан уже будет больше летать, он уже идет вверх, тянет. Гарама голуби. Вот 5 штук, видишь? А, все. Экран имеешь, ты не имеешь? Час, ровно час, уже 5 штук. Летает. Молодец. Высота хорошая. Ага. Вот второй час, ребята. Вот здесь балетчики. Вот такие балетчики у нас стоят и смотрят за голубями. Это балетчики. А голуби где? Сейчас голуби тоже покажем. Прямо ровно меня. Сейчас. Вот здесь они. Вот они. Вот это второй час. Высота нормальная. Молодцы. Четвертый час. Урен. Молодец, четвертый час. Молодец. Вот. Красавцы. Молодцы. 4:20 еще на воздухе. Один есть посадка. 4:10. А два вот 4:20 идут вот она. Видите, тишина наблюдается. Даем возможность голубу отпускаться. Ты смотришь? А если ты стоишь, не? Понятно, ты же не. Короче, молодцы, вот они здесь в данный момент. Смотрим. Вот. 5 час. Двойка вот держится в воздухе. Молодцы. Вот. Молодцы, просто молодцы. Это 5 час. На высоте держится выше средней высоты, ниже точки. Последний голубь. 6:09. Thank you.
12 ноябрь, вот балетчики еще за домом. Вот последний голубь. 6 часов. По-моему, 12 минут. Сам посмотрите, сам. Телан сразу жайла. Ворса. Добрый день, ребята, всем. Всем всего хорошего. Вот Герама голуби. Вот такие голуби. Основной порода горевизии тут есть, я вижу, он вот закрытый. Шейки. Разных держит человек. Вот чахал, сизый, ряби такой. По-русски сказать. Наверное, человеку нравится. Чили его черный. Герам у нас хороший голубятник. Сегодня 12 ноября, город Невинномысск. Человек показал неплохой результат. Дай бог, что все показали. Гоняли, радовались. И вот так друзьями кайфовали. Самые главные. От души кайфовали. Абрис, спасибо. Птица там 4 штуки летали, армянские голуби. Один не знаю. Это подарок был, я не знаю. Какой голубь? Спасибо нашему родину, что вот там такие голуби есть, привезли. Гоняем, кайфуем. Короче, по горевизам, да, полетели, да, голуби? Ну, молодцы, молодцы. Результат неплохой. Достойный результат. Сегодня проводится соревнование. Герам был первый участник. Результат попозже напишем. Все точно скажем. Покажем вам. Ну, в любом случае, молодец. Молодец. Балочки, вот такие балочки. Ребята, всем вот так всем голубеводам, всем вот так от души. От души. Вот все собрались Гераму голубей. Гераму балочки, короче. За его голубей болели. Смотрели, молодцы. Короче, как-то вот так процесс идет. Ребята готовились хорошо. Молодцы. Процесс продолжается. Сейчас будет Герам новоселье делать. Поляну открывает. До сих пор никто ничего... Чай, кофе. Поляна, как говорится, правила гону наблюдали. И поэтому у нас до сих пор ребята все голодные сидят, ждут на поляна открытие. Чай, кофе было, и все. Так что у нас правила все тоже. Основной взятый
по армянскому, основанный по армянскому правилу, в Армению тоже так гоняют наши братья голубей. Правило такое. Кто теряется, но кто летает, фиксируем время и друг другу плюсуем. 5 голубей гоняли, всех 5 фиксировали. Вот как-то вот так. Миру мир желаем. Процветания желаем, уважаемые голубеводы, вашим делам. Так что держите голубей, гоняйте голубей. И пусть они о себе расскажут, покажут, что они могут делать в воздухе. Говорить много могут голубеводы разные, голубеводы сказать, а показать это не каждый получается. Так что, уважаемые голубеводы, соревнования, гон голубей дает повод понимать, что держишь, на что ты можешь готовить, как твои голуби будут тебе, для тебя летать, играть, чтобы не ошибался человек. Очень трудно выбирать, подбирать, понимать голубей, которые будут стабильны, показать себе, а человек, чтобы радовался. Так что гоняйте голубей, покажите голубей в воздухе и радуйтесь. Дай Бог, чтобы ваши голуби вам миру приносили мир. Всем всего хорошего. Вот смотрите, вот какой процесс идет. Вот это красивый мальчик, вот так самый готовился. Мой хороший минуты вот это. Когда да, вот, да, да. Вот это, гонят, это... Это, вот это поступок. Вот это поступок потихонечку чемпионскую одежду одевать. Человек чемпионскую одежду оделся. Посмотрим. Хороший результат показал. И хорошо своих гостей хочет приветствовать, хочет встречать. Так был, так будет, пока я. Да, душа большой. Наши герамы брата душа большой. Да, да, да. Ах, Пенеджан. Вот наши братья. Посмотрите на камеру. Хай-хай-хай! Джан-джан-джан. Добрый вечер, ребята, всем добрый вечер. Вот таких у нас братцы собраны. Что сказать? Повод герам. Герамджан, слово твой. Ты торопишься, ну скажи. Группа, добрый вечер. Вот кто пришел, всем еще раз добрый вечер. Добрый день. От гляда стола хочу сказать два слов. Кушайте, кайфуйте, радуйтесь. Я тоже с вами хочу кайфовать сегодня. Вы мои гости, я... Спасибо говорю всем, кто сегодня здесь со мной, кайфовал, поддерживал меня, видел голубей. И еще спасибо хочу говорить главному жюри, нашему Самвелу, что честно, первая минута до конца, честный гон, он организовал. Спасибо Самвелу. Ты мой друг, ну, когда гон, ах ты друг его место, а вот как главный жюри, все правильно, братан. Ты оценил, посмотрел, хороший. За нас, за этот час. За тебя, Самуша. Спасибо. Апресс, апресс. На тренировок банам осмелку бараси. И хочу участвовать. Еще кто будет гонять, чтобы птица показала тот результат, что душа их не хочет. Передай туда. Дай Бог, чтобы показали. Ха, апресс, апресс. Тульмельку барасы, Мартик. Герам, пару слов, да, я хочу сказать, брат мой. Ребята, я хочу выпить. Сегодня нам всем собрал голуби, да? Мы собрались, повод голуби, Герамджан. Ах, Перес, я хочу выпить за всех голубеводов. За всех голубеводов. Братья, я пью за вас, чтобы вы... Желаю вам, чтобы вы, вот здесь сколько человек есть, и еще кого нету, чтобы вы могли своими голубями радовались. Чтобы ваши голуби могли вас радовать, Ахпер. Вот это самое главное. Это любимый птица, символ мира. Голуби — это символ мира, чтобы
Этот мир был каждый дом, каждый город, каждый человек, чтобы куда ходил, мир был у него. Синий небо было вверху головы. За всех, за всех, за всех голубей водов, Герамджан. Ахперес. Герам Ахперес. За сегодняшний день, Ахперес, за сегодняшний день. Голуби, я скажу, вот тот птица, который нам собрал здесь, мы с удовольствием вот эта встреча, я рада, Ахперес. Твоя птица сегодня хороший результат показал, молодец, молодец, 5+.